остаться в больных. Я должен спасти мистера Эко. А когда Джон вернулся? После большого взрыва в люке. Не звонишь, не пишешь. Прости, я помешал? Что, ты не можешь говорить, Джон? Ты онемел? Сожалею. А где Эхо и Десмонд? Они тоже онемели и что-то строят? Я понял, что ты не можешь говорить. Ты хочешь поговорить? Со мной? Что ты хочешь? Песок. Ты хочешь поговорить с песком? Деревья. Да, я слышал, они прекрасные собеседники. Я не понимаю. С кем ты хочешь поговорить? С церковью? Да отвали ты, Чарли. С небом. С острова. Чарли, иди туда проверь. Шверли, оставайся здесь. А я пойду внутрь. Что же недолго. О! Слушай, Шверли, ты один? Люк взорвался. Мне нет времени объяснять, я побежал. Джон. Молодец, медведь. Эхо, стой, куда ты? Копье же мое, ты мне его подарил. Эхо, ах ты черный гад. Прости меня, Джон. Медведи чуть подкоптили меня. Остров взорвет меня. Кейт. Где я? Черт возьми, ублюдки. Джек. Здравствуй, Джек. Меня зовут Бен. Ты родился на этом острове. Я предводитель людей, которых ты называешь другими. Где Кейт? Что? Они сбежали. Я уже послал за ним. Как я уже понял, ты хочешь уйти с этого острова. Точнее, уплыть. Как ты знаешь, Майкл с Уолтом уже уплыли. Алло, да? Что, они поймали? Он тоже ушел. А.
Алло. Мазовский. Я все сообщу Джейкобу. Готовьте отряд. Мы с Джоном уходим, да. Ну что, Джек, ты готов узнать все тайны острова? Что за черт? Сгинь, уродишь. Ну что, Джек, отправился на прогулку со своими людьми? Хочешь уплыть с острова? Знаешь, что я тебе скажу? У тебя ничего не получится. Чарли с Дезмондом уже пойманы. Они поплыли к моей секретной станции «Зеркало». Хотят отключить защиту острова, чтобы вы смогли вызвать корабль Наоми. Но у вас ничего не получится. Сейчас мой специальный агент Михаил убьет их. А ты, Джек, отдай мне телефон. Или... Алло, Саймон, ты поймал Саида, Бернарда и Джина? Убей их через минуту, если не услышишь мой голос. Выбирай, Джек, отдашь мне телефон? Я Михаил. Стойте на месте. Бен приказал мне вас убить. Без колебаний. Эта база засекречена. Ее название «Зеркало». Вам не удастся отключить ее, чтобы вызвать корабль. Поэтому, что ж, вам пришел конец. Спасибо, Дэс. Нет проблем, Чарли. Ну что, залезай, и мы отключим этот прибор. Ты запомнил? Под ноты музыки. Быстро. Итак, Дэс, я захожу. Время пошло. 50 секунд. 40 секунд. 30 секунд. 20 секунд. 10 секунд. Принеси телефон, Джек. Принеси телефон. 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. Нет. Ты проиграл, Джек. Я думаю, проиграл ты. Эй, Арон, все хорошо, милый. Что случилось? Не знаю, я думаю, он немного напуган. Трудно винить его в этом. Что такое? Как зовут твоего приятеля? Рок-звезда, который поплыл к станции. Чарли, а что? Канал связи открыт. Чарли только что нас всех спас. Джек! Давай, Наоми, вызывай скорее своих друзей. Я думаю, корабль уже близко. Уже светло, Джек. Я знаю, ты думаешь, ты спасаешь своих людей. Но тебе необходимо остановиться. Это начало конца. Это плохие люди. Им нужен этот остров.
Ты думаешь, что ты спасешь своих людей, но ты ошибаешься. Они убьют всех. Остановись, Джек! Остановись! Ну, здравствуй, Джек. Положи телефон, Джек. Послушай, Бена. Ты уничтожишь этот остров. Я выстрелю, если ты не положишь телефон. Нет, Джон. Алло. Соединение уже пошло, Джон. Уже поздно. Алло. Наоми подсказал нам. Ну и будет. Через 15 минут. Они уже плывут. Мы уплывем с этого острова. И все. Мы должны вернуться на остров, Кейт. Мы должны вернуться на остров, Кейт. Мы должны вернуться на остров, Кейт.